Выход на пенсию приводит к резкому ухудшению физического и психологического здоровья. Таковы выводы исследования британских ученых. По их данным, у пенсионеров на 40% увеличивается вероятность клинической депрессии и на 60% риск физических заболеваний, причем шансы заболевания растут пропорционально времени, проведенному на заслуженном отдыхе. Об этом говорится в статье газеты Independent. А это означает, что политикам больше не придется выбирать между экономическим ростом страны и снижением расходов на здравоохранение с одной стороны, и выполнением пенсионных обязательств с другой. Объяснение такого заявления читайте на страницах издания Independent.